РС гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2712. Доработаны ПРС технология. То есть плоскость завалена, заваленной кромкой. После доработки столкнулись с тем, что гидрокомпенсаторы под маркой ИНА оказываются изготовлены в разных местах и имеют некоторые отклонения. Вот эти гидрики были куплены в количестве 12 штук клиентам. Видно, что канавочка маслоподача узкая по сравнению с соседним. Также у них есть ряд отличий по внутренней завальцовке. То есть вот здесь вот идет такая накатка какая-то, а здесь он просто вдавлен. Тоже видно вот хорошо на видео. При этом все эти гидрокомпенсаторы продавались вот под таких коробочках. Вот эти гидрокомпенсаторы, 4 штуки, мы уже докупили позже. Видно, что канавка маслоподачи здесь шире. С одной стороны, это наводит на мысль, что, наверное, это хорошо, то есть гидрик будет лучше снабжаться маслом. С другой стороны, сейчас я вам покажу, как эти гидрики стоят в головке. Берем один гидрик с широкой канавкой и вот этот вот с узкой. И вот у нас автомобиль, на котором, собственно, стояли валы УСА, которые выкрашились и один кулачок снесло. Все это произошло за 1000 километров. Мы решили сюда поставить другие валы со своей наплавкой. Вот здесь сейчас у нас стоит уже 8 толкателей, доработанных ПРС технологии. Теперь смотрим. Берем вот этот вот гидрик с узкой канавкой, ставим гнездо. Видим, что при попытке его качать, он стоит достаточно плотно. То есть определенный люфт, в общем-то, есть, но он очень небольшой. Допустимо собрать мотор. Теперь возьмем гидрик, тоже который продавался под маркой ИНА, но с широкой канавкой, и ставим в это же гнездо. Он просто там болтается. И стучит, соответственно. То есть промеры гидрокомпенсаторов по диаметру показали, что у этих гидриков прослаблен наружный диаметр. Такие гидрокомпенсаторы ставить нельзя. К нашему сожалению, мы не померили диаметр до доработки и теперь не можем вернуть 4 штуки. Но ставить мы их не будем, их придется выбросить. Так что вот такие вот гидрики у нас продают. ИНА, якобы. Так что еще раз повторимся, что гидрики с широкой канавкой имеют прослабленный диаметр и в гнездах болтаются. Это приведет к стуку двигателя. Работать он не будет.